Время культуры на телеканале «Мир Бурятия». Я Александра Зутьхарова. Здравствуйте. Прекрасная Монголия. Фотовыставка в Национальном музее стала посвящением 95-летию со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Россией. Объединенная ассоциация фотографов Монголии представила коллективный портрет светлых моментов из жизни монгольского народа и неповторимые пейзажи земли вечно синего неба. Сегодня мне особо приятно отметить, что традиционно мульские отношения между нашими странами, приятные земли, испытания времени, и сегодня отбираются на уровне стратегического сотрудничества. А как вы знаете, наши народы вместе в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны. Потом мы затрудились совместно годы созидательной стройки. И увидели, что наша дружба, наши дружеские отношения будут открываться, будут расширяться и можно еще лучше. В последнее время сотрудничество с Монголией получило новый импульс в связи с углублением двусторонних связей государственного и федерального уровня. В рамках дипломатических отношений наши страны ведут плодотворную совместную работу в экономической и социальной сфере, в том числе и в области культуры. Сегодняшняя выставка объединяет лучшие работы талантливых монгольских фотографов разных поколений, которые отличаются своим подходом, навыками, жанром и тематической специализацией. Уверен, что сегодняшняя выставка позволит нашим жителям открыться чарующий вид народа Монголии, взглянуть через призму объектива на традиции, обычаи, культуры, природные пейзажи, столь близкого к нам по духу народа. Очень символично, что эта выставка проходит первые дни общего для нас, наших народов, праздника Агалы. Правительство Республики Бурятия выражает благодарность генеральному консульству Монголии, который проводит большую работу в постановлении взаимовыгодных, гуманитарных и научных контактов Республикой Бурятия. Глава Республики Бурятия, председатель Республики Бурятия Вячеслав Владимирович Коновицын. В открытии выставки художники, артисты, ученые, журналисты внимали образы Монголии со стендов под аккомпанемент инструментального исполнительства, этнического песнопения и обрядовых танцев. Со снимков отчетливо видно, как бережно охраняют традиции ее носители в будни и особенно в праздники. Монгольский фотограф Бояр в прошлом году приезжал в Улан-Удэ с персональной выставкой «Земля кочевников». Сегодня он представляет Объединенную ассоциацию фотографов Монголии, которая насчитывает около 200 членов. Фотография – это мое понимание. Это через объектив, через фотоаппарат ты излагаешь себя. Как ты смотришь на мир, и поэтому ты через объектив это показываешь людям, что я вижу вот это, я думаю вот так, это, вот этот мир, как этот мир построен, это, что означает вот этот момент и акшн. Самые светлые, самые хорошие аспекты здесь, а плохих там не показывают, да. Потому что название «Прекрасная Монголия», так что я хотел показать прекрасную Монголию только, да. Вы можете увидеть здесь природу Монголии, и там свадьба, и городские, там ночные городские пейзажи, и, как вы смотрите, редкие животные, тоже редкие птицы, и каждая снимка очень интересная. Но отдельные моменты я могу представлять, там есть много кадров, в одном кадре много сюжетов можно снять, и там это по-английски называется
мультик-экспозиция. И там на одном кадре можно снять несколько кадров, и они там в аппарате они смещаются. Надо думать, автор надо думать, как снять. Так что это надо дается очень трудно дается. Фотограф Ганбат 27 лет в профессии. Его профиль – спортивный репортаж. Ганбат снимал летнюю Олимпиаду в Лондоне, зимнюю в Сочи. Сегодня вместе с монгольской сборной готовится в Рио-де-Жанейро. Для выставки в Бурятию выбрал работу с полей трех игр мужей – национальной борьбы. Монгольская надом, там есть три игры мужики, борьба есть там, и лошадь, конь. Да, и поэтому здесь реально такое. Он атомы, фотографии много есть. Мы это фото были в последнем году возле надомы. В Ламбаторске там национальный надом. Данщик надом. Там самый финал. Последние два осталось. И он был самый в этом последние 100 лет. Самый первый раз в Ламбаторске чемпион. Это самый организовал первый раз сделали. И он чемпион стал. Просто надо много есть чемпионы, а это Улан-Баторский надо, это Данщик надо. Это Данщик надо самый первый чемпион, поэтому он такой очень впечатленный, такой кричает. На открытие выставки приехал ученый-секретарь Института истории Монгольской академии наук Намдан Ганбат. Одна из его крупнейших работ по истории таргутских народов, проживающих в различных странах мира. Поиск уникальных материалов для исследований он проводил в Китае, Казахстане, Калмыкии и Бурятии. 95 лет сотрудничества – это большой срок. Институт рукописи, это было реализовано как в 1921 году. С этого момента и начинается наше сотрудничество. Самое первое, это было издание рукописи Гума Грызмайла, Западная Монголия, Уренхайцы. И с этого момента у нас начинается наше сотрудничество. И прошло 95 лет, но у нас, скажем, большие результаты. В последнее время у нас самый актуальный вопрос – это именно по этническим группам. Эволюция, традиции, новшества, трансмиграция и так далее. У нас проводятся совместные экспедиции, скажем, в приграничных районах Монголии. Не только Монголии. Мы едем в Китай, скажем, в Синьцзян, во внутреннюю Монголию. И также в Туву, в Бурятию, в Казахстан. Для чего? Для того, чтобы выяснить цель. Как адаптируется кочевая цивилизация, как она изменяется. В наш век перемен она очень сильно меняется. За последние 10 лет, очень сильно меняется все это. И чтобы все это сохранить, традиции, обычаи, передать следующему поколению, вот нашими учеными совместными усилиями делается очень много работ. Фотовыставка «Прекрасная Монголия» продлится до 16 марта в Художественном музее имени Циринджапа Сампилова. Показательная тренировка для самых маленьких воспитанников Бурятского регионального отделения карате Киокушинкай состоялась накануне в Улан-Удэ. О культуре и традициях в спорте продолжит Болот Шерибазаров.
Первый ритуал, что обязан уяснить начинающий последователь карате Киокушинкай – бой барабанов, как призыв к построению и команда настроиться на тяжелую и кропотливую тренировку. Будущий боец должен осознать, к внутреннему совершенству не бывает легких путей, отмечает Илкин Руфиев, тренер-преподаватель Бурятской региональной ассоциации Киокушинкай карате, неоднократный чемпион республиканских и зональных турниров. Тот, кто все поймет правильно, станет настоящим бойцом. У нас боевое искусство, именно искусство. Искусство боя, искусство вести тренировка, как начинается и так заканчивается, как искусство должно быть. Традиция, мы должны показывать. Работа с самим собой идет, то есть поклон залу, поклон себя, то есть поклон своим то же самое ученикам, которые пришли в зал, тренируются там, то есть вместе с тобой, там, слушать тебя, то есть, да. Конца тренировка сенсай, спасибо говорим. Сэмпай, спасибо. Спасибо ученикам, которые время выделили, то есть пришли, занимаются карате. То есть поклон додзю, которым вместе мы занимаемся. То есть для нас это как храм, можно сказать. То есть без этого никак. Там, мы же в любой монастырь же заходим сначала, там любой, да, неважно, там, религиозно, да, там, буддийский, христианский, мусульманский, сначала заходим, здороваемся, то есть, да, поклон делаем, заходим. Здесь то же самое. Зашли, чтобы люди поняли, мы куда пришли. Киокушинкай общепризнан самый жесткий и потому самый эффективный стиль карате, и с каждым годом он становится все популярнее и популярнее. Правда, с недавних пор дети с киокушинкай выступают исключительно в защитной экипировке до 18 лет. С одной стороны, это позволило снизить до минимума уровень травматизма во время турниров, с другой, начинающие каратисты перестали бояться ударов. Опять же, с одной стороны, это послабление, отмечает Илкин, с другой, повод сосредоточиться на уникальной технике, что заложил Масута Цуаяма. К слову, самому старшему в этой группе 7 лет, самому младшему 4,5. Практикой доказано, что особенно основательно ребенок познает мир именно с 4. На этой показательной тренировке некоторые из воспитанников впервые выходят на поединок, но уже заметно, что ни один из них не показывает свой страх. Еще одна очень важная деталь. Настоящий каратист обязан выступать в доги, говоря привычнее, в кимоно. Это выражает принадлежность к конкретному боевому искусству. Причем доги каратисты носят в идеальной чистоте. За пятно грязи можно получить наказание в виде отжиманий, либо вовсе вынужденно пропустить тренировку. Потому немалую роль в воспитании начинающего бойца отводится родителям, считает Анатолий Скибин, бранчиф, обладатель мастерской степени 4 дан. Ребенок должен понимать, что тренер-преподаватель в некотором роде тоже родной человек, посему многое нужно делать именно так, как скажет тренер. Работаем по календарю. У нас ближайшее мероприятие – это первенство города. Ряд выездных турниров в ближайших городах, в городе Чите, Иркутске, Красноярске. Кто заслужит, тот поедет на турниры более высокого уровня, на чемпионат федеральных округов, там, кто там сейчас финансовая ситуация не совсем удачная, у кого позволят средствам. В апреле будет чемпионат мира, не чемпионат, а первенство мира по киокушинкай карате в Токио. То есть, ну, а так, у детей возможности различные. То есть,
Летом у нас планируется приезд японских инструкторов. Лагерь будет проводиться на озере Байкал, на Ольхоне. Первые пояса и документы, что свидетельствуют о том, что их владелец отныне представитель стиля киокушинкай карате. Так многие дети именно здесь получают свой первый паспорт. На данный момент в этой школе занимаются около 100 детей. Многие еще очень не скоро выйдут на татами, но зато каждый из них уже понимает, в чем суть карате. Время культуры о том, что нас окружает, и больше о прекрасном. До встречи!